Детские игровые зоны, ямы во дворах, ремонт подъездов – все те же животрепещущие темы в Химках. Однако позитивная динамика есть. Число жалоб пошло на спад. Довольных сферой ЖКХ стало почти втрое больше. Статистика на портале «Добродел». И тем не менее, на оперативном городском совещании глава округа отметил, с теми обращениями, что есть сегодня, нужно работать детально. Смотреть не на отрасль в целом, а на конкретные микрорайоны. По делу, действительно, есть это явно или есть какие-то замечания, то эти замечания, вне зависимости от заявителя, много написали, мало написали, спам или не спам, необходимо устранить. Понятно, да? Это находится на личном контроле каждого начальника территориального управления. С медициной тоже необходимо работать, это подчеркнули на сегодняшнем обсуждении. Конкретные вопросы по записи на прием к врачам. Не во всех поликлиниках округа можно попасть к специалисту день в день. Проблемы с очередями взяли на контроль. Пока объясняю тенденцию наплывом пациентов. Он остался практически неизменным с весны, хотя, как правило, летом нагрузка на медучреждения ниже. Спад отметили только с первой недели июля. С начала сезона к врачам обратились 50 тысяч химчан. Радость для медиков и самих жителей ни одного укуса инфицированного клеща, что чаще всего доставляет проблем в период бодрствования кровососущих. И, пожалуй, главная новость совещания. Всю следующую неделю администрация проведет в микрорайоне Сходня. Проблемы жителей будут решать на местах. Подобные приемы провели в июне месяце на левом берегу. Детальные обходы главы и представители управления вместе с заявителями помогли разобраться в проблемах оперативнее, показала практика. И всем жителям в удобное для них время можно будет прийти и задать необходимые вопросы или рассказать о той или иной проблеме в микрорайоне Сходня. Задать вопросы профильным службам также можно будет с 9 до 18 часов.